Доброго здоровья, уважаемые посетители. 2 ноября у нас продолжается. Перед обедом я хотел вам так сказать, раскрываю тазовые чакры, можно так сказать. То есть делаю одно из самых главных упражнений гравитационной гимнастики. Продавливаю энергию через ноги, раскрываю таз и показываю, что я действительно занимаюсь, а не просто валяю дурака. Занятие очень серьезное, требует подготовки, то есть у вас должны настроиться мышцы, связки. И в конце концов возникнут понятия, как напрягаться, куда энергию, как это напряжение вести, чтобы поднимать вес. Итак, у нас весочек новый, 765 кГц, и пошел ножками, раз, вот так вот. Вот это вот как раз движение, когда вы упираетесь ножками и спинкой, оно... Все ваши косточки тазовые ставят на место, потому что тазовые косточки у нас и, будем так говорить, поясничный отдел позвоночника, он норовит позвонки уходить внутрь. И позвонки, межпозвоночные диски. И важно их поставить на место путем вытягивания. Есть такая процедура. А здесь я делаю это вот так вот. Итак, упираюсь, 865 килограмм, набычился. Не просто так, а надо развить мощь. 2 раза. 3 раза. 4 раза. И заключительный 5-й. Так, вот, отлично. То есть вы проделываете огромную работу и показываете, что вы действительно серьезно занимаетесь, а не просто валяете дурака, отбываете время. Ну и в заключение, знаете, как бы заминка, то есть вы заканчиваете тренировку вот таким вот упражнением, которая 740 килограмм, которая, как бы сказать, позволит вам прочувствовать течение энергии, напряжение, что должно быть, вы можете сосредоточиться, как это все поднимать, откуда тянуть энергию, где напрягать, что напрягать. Прислушивайтесь к внутреннему состоянию своего собственного организма, заставляйте его работать. Открывайтесь, в конце концов, пространство и показывайте, что вы достойны развития силы, достойны в целом даже лучшей жизни. Вот так вот где-то это делается. Ну и для того, чтобы, так сказать, под старость как-никак дело идет к 70-летию, чтобы живот особо не рос, мы его прокачаем. Вот и важно, чтобы не то, что какое-то там побуждение у вас было внутреннее, но вот что-то такое. И когда энергии у вас в организме достаточно, то вот эти вот все вещи вы исполняете довольно-таки легко и нормально. И чувствуете наоборот рост энергетики и прочих жизненных состояний.